какая тут высота? 3600 с чем-то. 3600? Здесь очень прикольно, когда большого размера из камня сделано. Красиво. Понял. Вот она природа, про которую я говорил. Змея внизу, пума сверху змеи и кондор. Но кондор — это откуда-то недавнее пришествие кондора. Должна быть птица не падальщик, кондор падальщик. Да. Представитель нижних миров. Они представители солнца. Сокол должен был быть. Кто-то его подменил. У них уже это вот вошло в традицию делать эти скульптурные группы. Вот этот мастер справа, видите, мастер резких фигур на колбасе. Это что-то уникальное. Целый мир создает миниатюры. Смотрите. Угу. Сейчас увидите. Он старый с мастером. Петра Ваханду. Да. Вот смотрите, это в миниатюре вращается, и вся история Перу, точнее этих народов, которые здесь прямо вот, у них тут и солнце, и луна, все что угодно, и все это в миниатюре, и особенно крупные колбасы. Да, можно открывать, он может зарезать, чтобы открыть, это надолго, шкатулки такие или погремушки, если не открываешь, то там семечки, они могут греметь, вот, колбаски. Это целая традиция, это очень древняя традиция. Рисовать на колбасах. Есть очень красивая. Но это мастер настоящий. Танцы, праздники, все изобретено. Потом на обратном пути, на обратном пути посмотрите, посмотрим. Если захотите. Посмотрим. До репента, до регресса, я? Потому что у него целая коллекция там огромная. Особенно мне нравятся эти большие колбасы. Не, вот эти интересные. Они даже не раскопчатся. Хорошо, может на обратном пути тогда? Окей. Спасибо. Gracias. У них здесь это, очень много вкусов, особенно изображений змей на барельефах. Причем удивительно змей, красиво исполнено. Там, где изображена, на каких зданиях изображена змея, там точно есть туннель и подземные воды, подземный источник воды. Вот, змея хранительница подземных вод. И это вот, как из Индии приезжали ко мне ребята. Говорили, да это же эти самые, как называют, полулюди, полузмеи. Наги. Наги. Сейчас надо предъявить билетики. Окей. Okay. Вода должна наполнять. И наполняется вот эта лужица центральная. Ага, растекается надвое, и одна сюда идет. Очень странная вещь. Изображение чего-то на этом камне, но уже затерли очень сильно. Вещи. Это каналы с водой были, древние какие-то, оставшиеся. Камни разные, есть гранит вот этот камень, а есть другие. Ну и сейчас пойдем на... посмотреть самое красивое здесь. Это пирамида, на ней стоит шикарный вот этот испанский колониальный городок. Смотрите, прямо вот оттуда видно, да? Uh-huh. Испания, это церковь Святого Петра. Вот это сейчас, наверное, старые фрески еще. Эти церкви уже 500 лет почти. Вот они, ниши начинают здесь. Вон здесь город на пирамиде. Представляете? Должны ее пройти. Вот тот конец, и вы увидите, какой вид перед вами откроется. Uh-huh. Идем прямо в тот конец, и оттуда панорама потрясающая. Это всего лишь платформа. Одна из
видим. Наверху, в эвкалиптах, на самой вершине прячутся входы в туннели. Они все оплавленные. Вот, там очень много колючек, на мачете держать, чтобы прорубиться туда. Заброшено, там стоит испанский крест, воткнут сверху. Но это все ступенчатая гора-пирамида, оканчивающая все священными местами, где со звуком, видимо, тоже работали, и входы в туннели наверху. Как называется это место еще раз? Чинчеро. Чинчеро. Угу. Гигантская ступенчатая гора-пирамида. На высоте свыше 3600 метров. Мы сейчас увидим, почему это пирамида. Раз гора священная, ее надо было обложить полигональной кладкой, причем по всему периметру. Чтобы никто не приближался. Ну, по сути, да, запретная зона. Считается по древним легендам, что в этих местах нельзя было находиться. Тогда кто мог находиться? Ведь кто-то же это все установил. Боги. Ну, мы не знаем этого. Я их назвал условно гиперсверхчувствительной цивилизацией. Это такое сложное название, да. Кажется, как назвать. Название могут быть любое. Потому что это трудоемко, но каждый камень требует наличия мастера. Потому что обработать все его углы, все его стороны и подогнать к нему точно такие же многоугольные камни, это задача не тривиальна на самом деле. Это очень сложно. Это усложненка в высшей степени. Вместо того, чтобы ломаный кирпич класть или камень на глину, и это будет стандарт тогда. Гораздо проще. Быстрое строительство. А это что? Здесь раствора даже и не пахло. Посмотрите. А. Все это вот туда уходит. И в лесу еще мы туда сейчас пройдем. Еще к тому ручью, который по той стороне течет. Это и есть ступенчатые горы пирамиды. Привязка к реке прямая. Река еще живая. Она идет каскадами. Причем каскады тоже полигональные. Раз каскад, второй каскад река. Звук от реки, видимо, был очень сильный когда-то. И это очень важно было. Вон там находится вход в туннель, на самом верху, это далеко ползти, но я все облазываю, где только можно. И они видны, входы в туннель? Да. Они оплавлены, вот так вот все уже видно, что тек камень. Тек камень. Тек камень, да. Острые. Есть острые, как будто камень пузырился и лопался. Даже можно как об лезвие бритвы порезать руку. Есть такое даже. А мы пройдем, сейчас они где нам дорожку сделали, вот здесь. Вот здесь. Там поверху можно было, ну мы пойдем, вот так вот пойдем. И везде опять вот эти вот входы. Ни окон, ни дверей, вот реально причем. Закрытое помещение странного типа. Камушки здесь, конечно, большие, но это против саксиоманы, это малыши. В Саксиамане 250-300 тонн стоят. Это огромные мегалиты. Вот и завтра будет. Туда мало туристов приезжает, а кто ходит туда, вообще никто не ходит. Я всегда вожу вас туда, когда я турист не вожу. Сейчас вы увидите кое-что очень интересное. Пойдем туда. Вот интересный момент. Опять природная скала, в нее уложено все. Скала странная. Сейчас вы увидите таких камушков очень много, вот таких вот. Идеи по поводу того, что это были засеянные территории чем-то и что это платформа для высеивания, нет вообще, по той причине, что крестьянам не нужна усложненка. Сложная архитектура, связанная с полигональной кладкой, это совсем не нужно. Здесь крестьяне всегда делали наклонные поля, защищая их каждый год от камней. Вот. Поэтому, когда историки официально рассказывают, что это платформа там кукурузу сеять, еще что-то, это бред, не найдено ничего. На некоторых платформах, в некоторых местах, такие ступенчатые горы пирамиды, подвержены очень сильной ветровой эрозии. И если ты там что-то посадил,
тебе надо постоянно увлажнять почву, чтобы ее ветром не снесло уже к вечеру. Вечером и утром поднимается сильный ветер. И вся почва, если она не намокшая, не набухшая, превращается в пыль, соответственно, семена вылетают. Просто надо. Никакого смысла в этом нет тогда. Осторожно. Ничего. Она вся ползла. И осталось то, что мы видим, вот остатки ступени еще видны. Ну, от них ничего не осталось. Тем более, что крестьяне все обработали, все, что только можно. То есть там была вторая пирамида? Была, да, вот здесь, в этой зоне, была вторая класса. Видно, ступени ведут туда. Да, вот. Ага. Опа, какой камень. Сайбийский камень, который в 250 километров отсюда находится, в районе города Аванкай. Его копия расположена полная, в полный рост копия расположена в Лиме на границе районов Мирафлориса и Сан-Сидро. На камне изображено нечто совершенно бесподобное. Макет какого-то города, где часть макета представлена животным, где змея пожирает лягушку, проглатывает лягушку, там изображено, причем великолепное изображение, то есть это работали мастера. И этот камень находится в горах высоко, его называют камень де Сайвит, вот, он находится в районе города Аванкая. Добраться туда тяжело, без моей машины, конечно, трудно, эти дорого возьмут, как я сказал. Вот, и копия его, полный рост, находится в Лиме, в Мирафлорисе и Сан-Сидро, на границе прямо. И там по ним течет вода. Вода, которая попадает на этот камень, стекает по идеальным каналам, которые проточены в этом камне. И никто не знает, от макет чего это, какой местности, где найти эту местность. Но она где-то есть, возможно. А эзотерики, которые приезжали, говорили, на этот камень смотришь, и, наверное, кто умел переходить сознанием в эти состояния, да, невидимых миров, наверное, попадали в эту местность, визуализируя этот камень. Таких камней, по всей видимости, было много достаточно. Потому что разрушение, вот эти массовые разрушения вот этих блоков, они носят именно массовый характер, и они разбросаны по всему миру. Вот сейчас мы увидим вот тот камень. Они очень интересно переходиками сделаны. Причина простая. Предполагалось, что инки во время ограбления Перу испанцами, они оставили много золота в туннелях. И многие туннели имеют разветвленную сеть ходов, и во многих случаях трудно доступны для проникновения не специалистов. То есть нужны веревки, нужны все это прочее. И многие туннели были зафиксированы в мертвом состоянии, то есть законопатили их для того, чтобы не проникали случайные люди. А потом, когда деньги будут и возможности, вскрыть туннели, искать золото инков. Поднимаемся сюда. И смотрим, что же здесь такого. Они сильно хорошие. Часть его остались. Несколько часть его оставить ценными. Вот здесь вот хорошо видно эти загогулины. Мы пройдем сюда. Смотрите. И чего? Что это такое? Здесь балкончики, переходики повсюду. И камень оплавлен. Явно он плавился. Посмотрите эти дыры, эрозия. Пузырился. Вот остатки каскадов для воды. Здесь был еще один каскад, видимо, от него ничего не осталось. А это вот. И вода должна была спадать по разным канальчикам с разным звуком. Угу. Очень странное. А вот сайвитский камень, он сохранился полностью. Его не оплавили, не разгромили. Он просто валяется. Гигантский камень, на котором все великолепно сохранилось. А здесь нет. То, что это искусственно сделано, это видно. Ну. И здесь балкон есть большой.
осторожно, не порежьте руку, если будете облокачиваться. Очень мокрый камень. Вот он, балкон. Прямо под нами проходит вот эта дорожка ступеньками. И вокруг камня вот так туда идет. Ага. Вот она. Ступеньки. Руку, я говорю, не порежьте. Очень острые камни. Как лезвие бритвы. Вот она. Вот отсюда хорошо снять. Ступеньки те самые, родные. Никто их не реставрировал. Никакого. Ни для жилья это, ни для чего. Огромный объем работ, потому что это не один камень к тому же такой, а очень много таких камней. Для чего? Что это было? Почему он оплавленный? Кто это громил все? Сейчас увидите, что под этим камнем еще. Вот это совсем интересно. О, вот это ступенька. Ровненько. Ну, скажем так, если бы это было бы у нас в Иерусалиме, под Иерусалимом где-нибудь, сказали, что здесь были священники, они здесь спали. Здесь явно была ночевка. Вот, то есть такие же вырезанные именно в скалах. Да, обязательно. То, что священники могли спать после того, как это было образовано. Все. Ну, что это типа кельи. Там жили отшельники, вот такое вот, да. Посуды, эти кельи. Или пастухи. Или пастухи, или кельи. Есть места, где эти камеры полностью закрыты были. Ага. То есть попасть туда можно было через определенный проход только. Я вам такие места покажу. Это очень интересно. Это остатки чего-то. Вот эти камни, где сейчас ступени, вот это вот, ага, все. Вот этот камень, это часть этой конструкции. Он свалился. А теперь смотрите здесь. Вот интересно. Вот вам, пожалуйста, келья побольше, да? Ну да. Но это не все. Единственное, здесь на потолке нет следов костров. Там есть следы костров. Нет, здесь нет. А здесь нет. Это отличие. Здесь ведров не было. И кроме эвкалипта здесь ничего не росло. Ну да. А эвкалипт появился в конце 19 века. Каменоломня. Вторая я теория. Я покручил. И опять мы смотрим вот эти вот вырубки. Вот они. Нет, гора, вот это интересно, кстати. Если будем скажем, что это каменоломня, а вот это что? А это фасочки такие. Вот эти. Это часть вот конструкции. Обвалилась часть? Так нет, они вон. Вот они какие. Вырублены. Раз, два, три, четыре. Я вам покажу пещеру одну потом еще. Где вход пещеры завален изнутри. Она сохранилась. Большая пещера огромная. С вот такими вытачками. Там просто невероятные совершенно. С нишей. Гигантские. Вот эти вытачки непонятны. Вот там, это непонятно. Там гранит. Ну, непонятно, а вот это тоже непонятно. Смотри. А, я знаю, что для чего это. Здесь была прикована доска и написано. То есть это место было построено, там бронзовая доска была прибита. Этот камушек тоже часть этой конструкции. То, что было привязано к этому ручью, 100%. Но мы не видим. Хотелось бы увидеть. Так Ир, ты не видишь здесь? Иди сюда. Где? У меня есть подсочины. Ага. Точно. Thank you.
Давай. Да. Я сейчас покажу уникальное совершенно место. Там очень интересно будет. Сейчас покажу, как видно река. Река была широкая. Дом говорящий. У них в Лиме течет река Рима. Ага. Вы видели, она грязная помойка стала. Вот, она однажды все-таки вышла из берегов, и ее чуть не затопило полностью президентский дворец и центральную площадь. Вот. А Римок в переводе с кечуа говорящая. У них очень многие места называются. Река Апу Римок. Апу — это дух горы, а Римок — говорящий. Говорящий дух горы. Так называется самая мощная река в горах здесь. Апу Римок. Вот. И если они называли реки говорящими, а в русском языке это тоже сохранится. Река, речь — это однокоренные слова. Вот, поэтому для них говорящая река — это значит, кто-то реагировал на вибрации шума перекатов этой реки, и поэтому и называется Римок. Совпадений много. Тот же испанский, он тот же русский, его легко почему учить еще. Это там Рио река, я вам сходу могу сейчас называть слова, да, это месяц — мес, луна — луна, река — Рио. Кабаю — кобыла, да, и пошло-поехало. И таких слов вот просто очень много в испанском, в любых языках. Они базируются на чем-то, на каком-то праязыке, санскрит или это, или еще что-то. Тем не менее, вот они, каскады гигантские. Река падала там, все, что от нее осталось сейчас, это ручей. Поэтому почва плодородная здесь, где текла река, она луговая. Ну да. И здесь крестьяне, вон, шалашик себе поставили прекрасненький. Ну, они сплошные эти. И туда она текла. Все поделили. Да, да, и да, туда да, текла. Крестьяне быстро занимают, им пофигу, пирамиды не пирамиды. Вот это и есть огородно-луговая система, да? Бакозы с поймой реки, просто смотрите. И сажают то, что здесь и росло изначально. Всякие киноа, картофель и все прочее. Кивичи. У них эта похлебка из того же кунова, она настолько сытная, что ты, поев супчика, больше уже не хочешь и форели даже. И берегитесь, когда идете в ресторан, сразу это самое, заказывайте так. Это, берите одно блюдо, потом подумайте, стоит ли брать второе. Потому что перуанец, сам перуанцы, у них, мы давно это заметили, перуанец никогда не пойдет в туристический ресторан, где дают еду как для каких-то гурманов, мало там капнул на тарелочке и все, никогда не пойдет. Перуанец пойдет там, где дешево и горка. Здесь тоже вода текла? Да, это все разломы для воды. Везде должна была шуметь вода. Это основное условие для их пирамид. Журчание. И когда вы идете по тропе инков, там вы и обнаруживаете это. Огромный водопад пересекает полукруглую такую в виде амфитеатра пирамиды. Сверху вниз ревущий водопад. Это что-то совсем необычное в джунглях. Полигональная кладка. Ревущий водопад, рассекающий. Это очень красиво. А может, из вода вытекала? Нет, это явно вода. Такие же. А за какой льганок? Раз, два, четыре камня и посередине круглых почти. А здесь не изображение солнца? Могло быть. Вот оно. Я покажу. Так вот оно же. Похоже. Ну. По-моему, что треснуло. Так, оригинально. Как? Во-первых, гладко. А как так могло треснуть? Может, и солнце. Как знать. Очень похоже. Сейчас покажу кое-что. Это вот в этой скале прячется секрет. Ага. Интересный секрет.
Предположим, они своими орудиями катали. Но зачем здесь катать? Незачем. Вот незачем. Здесь? По мыслям, незачем. Ну, и они же были такие глупые, что совсем лишь бы что-нибудь покатать. А вот же. Вход не дорыли. Мне тоже ребята говорят, здесь надо медитировать. Возможно, эта дверь открывается перед своим сознанием с помощью вязки надежды. Ну, наверное. А мы зайдем. Я, конечно, там внизу терапия. Да. Здесь нельзя их трогать. Не надо. Чего? Кто там? Черепки. А, нет. Люди здесь проходят церемонии разные. Приносят листья коки. Иногда много оставляют. Вот не все. Я знаю, сейчас мы найдем. Мы сейчас откроем дверь. Должна быть ручка где-то. Ручка? Сим-сим, откройся. Да. А может, надо произнести это пароль? Давай. Ир, иди сюда. Будем произносить пароль. Только я здесь, не знаю наверху открою. Иди сюда. Давай попробуем. Я русского не знаю. Давай попробуем. Ну? Умею, то договорюсь. Давай. Начинаем. Вдвоем вместе. Ну? Пароль. Нет, вместе тогда. Давай. Пароль. Ну? Надо на эльфийском. Открылась наверху. Вон, наверху открылась дверь. Покажи, наверху открылась. Пошли, посмотрим. Мы открыли дверь. Мы сделали это. Это был развлекательный центр. Смотри, спускаешься, а там взор туда. Аттракцион. О, мы открыли их. Здесь интересно то, что ступени оригинальные с левой стороны полностью сохранились, но над головой точно такие же ступени вверх ведут, что вверху, то и внизу. Заходи. Пошли. Это куда? Да. Видишь ступени наверху? Смотри, оставшиеся слева. Ага. Вот это все. Это очень странно. Вот совсем странно. Смотри. Где? А? Платформы, переходики. А вот советский камень сохранился полностью. Там все изображения, фигур, все сохранили. А здесь кого-то кто-то нехороший дядя погулял и испортил все. Да, спросите А это не тот проход. Похоже, как на том камне. Нет, здесь внутрь, туннель, это самое углубление. Все мы видим. Впечатление, что я знаю про советский камень, но имею представление, что вот в этих камнях тоже могут фигуры, грани какие-то, посады приводили, каналы приводили. Но от них ничего не осталось. Да. Ага.
Ева, Ева, вылезь. Ну, я здесь. Сколько тебе надо? Классно, слушай. То, что... Ну вот ступеньки еще нашел. А здесь то ли грязь, то ли... Иду, иду. Здесь то ли грязь, то ли цемент. Вау. А вот это смотри, здесь вот настоящий камень, да? Да. Если это не то, что вот это? Что это за порода? Реставрация, иди сюда. Реставрация? Две породы, нет, это самое. Вот это что за... Вот это похож на песчаник. Вот нет, а это... Совсем другое. Да, это... Вот это осадочная порода. Ага. Это осадочная. А вот это не осадочная. Это расплавленная. Это похоже на вулканического происхождения. Иди сюда. Нет, тогда это вулканический тук. Он не подходит по плотности слоя. Это не вулканический тук. Вот. А он там? Вот это вот. Вот это. Это не вулканический. А что это? Не знаю. Не могу сказать. Похоже на андезит. Он черный андезит. Андезит похоже. Но. Андезит это его. Это не соответствует вот этой породе. Не соответствует. Ступени другие. Причем некоторые ступени такие же, а этот отличается. Хотя нет, ну что, просто... Вот настоящие тоже ступени. Это обломок ее. Это одна и та же порода. Но если это более затертая, блестящая, это... Да, может быть. Может быть. Но это не осадочная. А, по-моему, это песчаник называется. А? Ты запутался. Слушай, ну я не особо... О, стратизация вот происходит, уже наплывать начинает из-за воды. Вот это мы хотели показать? Знаешь. А чего? Пошли. Класс, слушай. Опытная ворона. Чего? Отсюда нет. Классно. Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет! Если видишь белый платочек, значит они едут.